что вы немножко уже размялись. На самом деле, мы очень рады не только вернуться, в принципе, на сцену, но и вернуться особенно в этот город, потому что здесь всегда особенная теплая поддержка. Мы дико благодарны вам за то, что вы сегодня здесь. Несмотря на все, несмотря на все проблемы, которые сейчас происходят, мы должны преодолеть это вместе, и пускай на сегодняшний, на этом концерте мы забудем об этом. Спасибо.